со мной, друзья. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Старая, в альбоме есть фотография, вы на ней словно мафия или просто семья. Я прошу, вы привезите с собой дожди с севера или какой-то другой земли. Истина, и словно пуля выстрела, так проста и немыслима. Кто начнет? Да меня до сих пор так покачивает. Очень здорово. И, конечно же, да, потому что такая певица нужна. Нужна в финале. Человек так увлекает в мир, в свои песни. Вы потрясающие. Я вам говорю да. Еще раз да, еще раз да. И за всю эту студию говорю вам да. Да, Леночка, пожалуйста. Обычно такие слова говорят мужчины, но я буду говорить их, будучи женщиной. Мы все знаем, что есть бриллиант и стекляшка, да? Стекляшку-то по-разному можно сделать. Стекляшка может быть очень красивая, очень-очень. Так, и, кстати, дешевенькая, купишь, оденешь, и никто и не подумает, что не бриллиант. Вот. А бриллиант, он и в Африке бриллиант. И при всем моем огромном уважении, кстати, к Марине Хлебниковой, замечательная певица, вот для меня вы сегодня... Главное, чтобы Маринечка не обиделась. Вы перепели Марину. И там были такие... Вот эти свои... Но вы добавили вроде бы каких-то мелизмов. Ну какая же вы вот дорогая в хорошем смысле слова. Конечно, да, 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 да. Володя, ваша оценка? Конечно, Алиночка, вы чудо, вы бриллиантик. Вы увлекаете за собой ваш мир... Где очень хорошо, где очень душевно, спокойно и приятно. Я, конечно, говорю да. Александр Сергеевич, ну и ваши впечатления об исполнении этой песни?
Мне понравился голос, мне понравилось, как он исполняет. Мне не очень понравилась аранжировка. Можно было, я думаю, что тут было развернуться покруче. Но это мое мнение. Так что плохого ничего не скажу. Только хорошего. Нани, Ева, вы входите в финал.